Всем привет! Сегодня я расскажу, как почистить подкладку на шубе. Во всех источниках и учебниках предлагают отпороть подкладку, отпороть и постирать. Я предложу более щадящий способ почистить подкладку. У меня единственная шуба со светлой подкладкой. Все остальные с темной, поэтому я с этой проблемой редко сталкиваюсь. Методов чистки не так много подкладки. Я нашла всего два. Подкладка у меня не такая грязная, но почистить можно. Сейчас расскажу и покажу. Шур мой готов. Делаю по чуть-чуть, потому что он быстро выветривается. Обязательно перчатки. Я люблю махровое маленькое полотенчико. Мочу. Отжимаю. Вот у меня вот здесь грязь. Полосочка. И вот я. Намочила. Вот здесь у меня грязная очень подкладка. Очень грязная. Почищу. Смачиваю в растворе кусочек тряпочки. Хорошо отжимаю. Ну и низ у меня подкладки не очень чистый. Прохожусь по самым грязным местам. Конечно, работаю с открытой форточкой для того, чтобы пары испарялись. Подкладка у меня вискозная. Как подсыхает мой раствор на тряпке, я снова смачиваю и прохожусь. И по внутренней части подкладки. Вот в подмышках подкладка изменила так цвет. Чищу. Ну вот сравниваем. Первая обработка. И вот какая разница. Пол воротника. Видите, какой жирный. И какая становится чистой. Это я обработала один раз. Подмышка. Я прошлась один раз. Вот сравниваю две подмышки. Это грязная более. Это чистое. Но я прошлась по одному разу. Вот если сравнивать с этой частью подкладки, конечно, это грязнее. Вот здесь полоски есть. Здесь эта полоска ушла. Она вытирается. Разводов у меня нет никаких. Но у меня желтая подкладка, золотая точнее. Разводы наверняка на ней не были бы видны. Моя подкладка. Видно, какая хорошая разница. Еще раз мочу
тряпочку и еще раз прохожусь по всем этим местам, чтобы получить лучший результат. Также прохожусь по подмышке еще раз. Там у меня был не такой мокрый. Так, и край, где грязно, и подул еще раз. И вот два раза я прошлась, высохла, и вот результат. Чистенько, как новая, блестит. И вот такая она была жирная. Ну что, отличное средство, великолепное средство для чистки подкладки. Просто великолепное. Все равно, что вот эту часть постирали. Плюсы у этой и у этого средства. Не мочит мех, потому что вы мочите только ткань. Быстро высыхает, моментально. Вот 5 минут нанесли, 5 минут оно уже высохло. Плюс еще один. Подкладка разглаживается. Вот была подкладка помятая. И вот я прошлась двумя спиртами. Вот сравниваю две подмышки. Вот такая грязная подмышка. И вот чистая. Чистая. Это я прошлась два раза. И если более грязные, но я не думаю, что у кого-то более грязные. Потому что этой шубе 10 лет, и я не трогала ничего с подкладкой. Вот за 10 лет вот в таком состоянии у меня подкладка. Отличное средство. Но опять же говорю, это для вискозы. Для, вот моя, она золотая, желтая. Разводов у меня нет. Идеальное средство для моей подкладки. Подкладки желтого цвета, вискозной. Теми другими средствами, которыми я попробовала почистить подкладку, они только разводят грязь. И они не подошли. Лучшее средство. Два спирта пополам, нашатырный и медицинский, в равных долях. Только открытая форточка и перчаточки, и маленькая тряпочка, потому что средство быстро испаряется, а лучше маленькой тряпочкой работать, потому что много средства уходит на тряпку, и она высыхает. Так. И столько же спирта. Для раствора я возьму медицинский спирт. Вот такой отличный метод почистить подкладку на шубе. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!